Возраст участниц от 7 до 15 лет. Сегодня выступала младшая возрастная группа. Юные гимнастки представили индивидуальную программу. Я танцую упражнения без предмета, валенки. Нам ставили новые элементы. Буду стараться изо всех сил. Годом число гимнасток в нашем городе растет. Этим видом спорта занимаются почти 3000 человек. Сейчас гимнастику преподают в 6 спортивных школах города. Кроме того, работают несколько гимнастических клубов. И сочинкам есть на кого равняться. Одна из воспитанниц нашей спортивной школы, чемпионка мира и Европы, Дарья Кондакова. Вот она здесь занималась в этом зале. И сейчас работает тренером сборной России в Новогорске с Ириной Александровной Винер. Также есть гимнастка из Дюшор номер 2 Ирина Анненкова, которая является победителем юношеских олимпийских игр.